30 октября мы вернемся на космодром, получим Тандерлорд, да-да-да, как же. Теперь вот выкручиваться как-то надо. Привет, Страж, с тобой снова канал Triple Vibe, я Джонни Лейни, и давай я сегодня расскажу, что там с квестом на расследование убийства мастера Айвза. Вопросов задают про него много, очень, еще бы, ведь мы так его ждали. По слухам, нам за этот квест обещали первый экзотический пулемет в Destiny 2, и вот, дождавшись заветного 30 октября, еженедельного обновления, все ринулись искать квест. Стартует он от Аманды Холидей, она сообщает нам об убийстве Айвза, и отдает дневник в надежде, что мы найдем зацепку и найдем подонка, который убил криптарха с рифа. Однако страницы дневника пустые, и нас просят восстановить записи, открывая легендарные и экзотические энграммы или убивая сильных падших на ЕМЗ. Самый простой способ выполнить этот этап квеста – отправиться со всей этой бедой к другому криптарху, мастеру Рахулу в башне, покупать у него легендарные энграммы и вот так вот выполнить этап квеста за пару минут. Но если легендарных осколков мало, можете отправиться в затерянные сектора на ЕМЗ или на публичное мероприятие с добычей блеска. После того, как страницы будут собраны, нас просят подождать. Дневник зашифрован, и Аманда отправится спрашивать своих знакомых, кто шарит в шифрах пробудившихся, чтобы понять, что к чему, обещает связаться с нами, когда получит результат. Все подумали, и я в том числе, что, ну, с ежедневным ресетом, походу, свяжется. И я ждал вчера день, не делал ролик по этой причине, но уже второй день подходит к концу, а ничего нет. Так что, скорее всего, далее все будет развиваться по еженедельным обновлениям. Для того есть логичное объяснение. Дополнение «Черный арсенал» должно выйти в декабре. По слухам, 4 декабря. То есть буквально через месяц. Дополнение это, опять же, как можно догадаться, связано с оружием и его формами и создателями. И логично, что именно с ним в игре появятся новые виды вооружения и разновидности. Если мы говорим о возвращении ручных пулеметов, то становится понятным, почему квест затягивается. Мы ждем в награду за него не просто новый пулемет, а экзотический пулемет, и получить его сейчас, за месяц до появления этого вида оружия в игре, чё-то я не уверен, что это было бы хорошо в вопросе баланса, так что, судя по всему, с каждой неделей мы будем понемногу продвигаться в расследовании убийства, и в самую последнюю неделю доберемся таки может до космодрома и получим награду. Если придерживаться такой версии, то нам предстоит дождаться еще 4 ресетов в ноябре. 5 ноября, 12, 19 и 26, а 4 декабря как раз выйдет вероятнее всего Черный Арсенал, который и завершит квестовую арку. Так что не спешим, друзья. Я тоже был обижен позавчера, когда понял, что квест заточен на время и ресеты. Но во всем есть логика и всему есть объяснение. Так или иначе, будем разбираться во всем вместе с вами на канале Triple Vibe. Спасибо за просмотр. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить развитие этого квеста, посмотреть ссылки под видео и счастливо!